Девочки, привет! Хочу вам рассказать о том, как накрасить ресницы, при этом не создав спазма над лбом или над бровью. Когда вы наносите тушь на ресницы, вы широко раскрываете глаза, при этом контролируете зону лба и над бровью. Раскрыли широко глаза и наносите тушь на ресницы. Широко, но контролируйте зону над бровью. Те, кто занимается фейсбилдингом, они об этом знают. А для многих я расскажу, что чтобы научиться не поднимать брови наверх или не спазмировать зону лба, вы учитесь широко раскрывать глаза. То есть вы наверх поднимаете верхнее веко, при этом контролируете зону над глазами. Желаю вам красоты и всего самого прекрасного!